Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. С уверенностью можно сказать, что владельцы этого имени находятся под космическим влиянием. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. В этих людях заложен очень большой потенциал. Их хладнокровие и безразличие на проблемы чужих им людей открывает другие пути развития. Именно поэтому они добиваются больших успехов в жизни, четко знают, чего хотят и как это можно получить. Эти персонажи постоянно находятся под влиянием нервных вибраций, что и дает им силу и активность. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.